С днем рождения, с победой. Спасибо. И если большое. Можно, комментарии по матчу. Тяжелый матч. Мы проигрывали 2-0, потом сравняли, вырвали. Ну, вырвали победу. Такая тяжелая игра была. Ну, в принципе, хорошо, что выиграли. Показал, что переломным стал эпизод, когда Игорь Макаров подрался с Накладовым. Да, я думаю, что это сыграло большую роль. Ну, вот, Игорь подрался, и мы как бы завелись вдвойне, и все, понеслась. А как играл свой день рождения? Да, в принципе, обычный день, то есть как бы ничего такого особенного.